Всем привет! Сегодня я вас приглашаю погулять в секции «Сад-огород» в магазине «Магнит». Я сразу, конечно же, завернула в цветочный отдел. Цветов мало. Вот очень приличные, в хорошем состоянии. Вот монстера. Крупный такой цветочек. Крашеные кактусы везде есть. И их очень много. Большой выбор на любой цвет и форму. Маленькие кротончики. Цена тоже хорошая. Одна Диффенбахия тут попалась. Сансевьерии. Цилиндрик. Пепперамишки две. Какие-то бледненькие. Внизу идет стеллаж уже с кустами. Тут малинки. Малинка. Два вида, два сорта. Малинка такая, малинка сякая. И красная смородина. Смородина почему-то дороже. Такая кислая ягода. Малинка сладше, но кустарник купить. Здесь у нас пошли луковичные. Я шла сюда за луковичной. Я купила бегонию клубневую. Корневищные, клубневые, луковичные. Вот гладиолусы. Два сортика. Вот такую я бегонию купила. И корневищные. Вот тут есть два сорта георгин. 249 рублей такой пакетик. Ну, тут без задохликов не бывает. Хидеры совсем уж на последнем издохе. И одна хоечка тут вот торчит. Ну, хоя-то в приличном виде. Она сухоты не боится. Так, тут у нас каланхоя. Отцветшая уже тоже. Две розочки погибающие кардана. А вот тут маленькие каланхои в приличном состоянии. На бутончиках еще не все полностью раскрылись. Вот красненькая уже почти отцветает. Вот здесь три кактуса и гиацинтики отсыхают уже, отцветают. Вот и все цветочки. Еще верхнюю полку не смогла я снять. Я до нее не дотягиваюсь, не могла посмотреть даже, что за цветы. А потом решила просто туда телефон поднять. Вот сейчас с вами на видео и посмотрю, что там за цветы. Вот какие цветы. Даже не знаю, что за цветы. На видео не могу разобрать. Ну и вот кактусы тут не вместились. Наверное, там внизу такие же цветные. Вот. Еле снялось. Хорошо, нормально. Ну вот все цветы. Вот такой выбор. А здесь секция все для сада, для дачи, огорода.
Так вам поснимала, все там навалено, ничего не разложено, все в кучу, все в перемешку, не расставлено. Секция маленькая, выбора никакого. Ну, зачем я ходила? Я взяла, нашла клубневую бегонию. Здесь удобрение, да, лечение растений. Вот это мне паста понравилась. Надо почитать про нее. Она садовая. Ну, препарат 30 плюс тоже садовый, я им прекрасно пользуюсь. Кто сказал, что нельзя применять на домашних растениях? Тут пиролит, вермикулит. Здесь удобрение. Бутылка жидкая. Агрикола всем нам знакомая. 49 рублей. Борная кислота и янтарка. Вот хорошее удобрение. Гранулированная. Тоже я заинтересовалась. Надо почитать. Вот это удобрение в ампуле для орхидей. Первый раз вижу. Может быть, не обращала внимания? В грунт вставляется. Оно, видать, уже для использования готово. И дозированно капает в грунт, и цветочек берет питание. Все как-то навалено, такой бардак кругом. Здесь три вида садовых фигурок стоит. Цыплят, как будто птичная птицеферма, птицефабрика. Цыплят столько. Как живые, красивые цыплята. Вот три вида фигурок всего лишь. Магазин продуктовый, секция маленькая. Тут дальше пошли кашпо для декора. Цветочек туда можно поставить и подвесить. Утенка можно купить, запустить в пруд. Если на садовом участке есть прудик. Кашпо разные по цене есть. Вот есть по 500, есть по 300 рублей. Ну и здесь стенд совсем маленький, с семенами, никакого выбора. Нет, семена недорогие. Производитель хороший вот этих семян. Я не помню, какой производитель. Но я что хочу сказать. Вот там внизу навалено их. Кто бы их разместил, развесил по держателям. Тоже все как-то безответственно. Такой отдел. Ну, если что захочешь найти, посмотреть, не найдешь с первого раза, с разбега. Всем пока. Приятных всем цветочков.